Приветствую, друзья. Помните, я вам говорил, что одновременно и развлекаю, и даю советы, как снимать страх, стресс, как переводить энергию стресса на решение нерешаемых вопросов. Сейчас, помните, еще было у нас коллективный разум, когда мы вместе все соединялись над решением какого-то вопроса в плане творческого, например. Да? Сейчас тоже коллективный разум. Поэтому скажите, пожалуйста, вот здесь я хотел елочку нарисовать. Видите, елочка, там контур пока есть. Елочку там нарисовать или что? Я хочу вам напомнить, что вы когда были маленькие, вы любили игрушки, вы любили в детстве что-то делать, у вас была любимая игра. Я хочу вам этим роликом сказать, что если вы, будучи взрослыми сейчас, вспомните, что вы любили более всего, когда вам было приятнее всего. Например, когда вы оставались одни, чем вы занимались. Да. И вот если вы сможете это смоделировать, будучи взрослым, соединить свой взрослый ум и опыт с той детской естественностью, а этому помогает ключ. Например, если вы сделаете сейчас хлёст, например, упражнение по ключу, потом шалтай-болтай, потом легкий танец, или лыжника, или попробуйте полминутки сделать какие-то движения, которые вам точно подходят, по максимальной комфортности, то, что вам легче, проще, свободнее делать, то, что не заставляет вас напрягаться, как в детской игре. То есть, если вы сейчас снимете сначала нервно-мышечные зажимы, а это блоки сознания, а не только тела, то есть, если вы поделаете вот эти вот синхрогимнастику, вот эти классические упражнения, подберете те, которые вам больше нравятся, и вспомните в детстве, что вы любили делать. Может, на коне скакать, может, на лодке. Я почему все время это повторяю? Потому что новички все время приходят, они вообще не понимают, что такое ключ. Что такое ключ? Ключ вы всегда в себе носите, это ваши способности. Ваши таланты открываются, когда вы снимаете нервно-мышечные зажимы. Например, начали делать шалтай-болтай, и вам захотелось танцевать. Танцуйте, открывается ваша способность. Захотелось писать стихи, и начали писать стихи. Да-да-да-да, когда вы снимаете нервно-мышечные зажимы, у вас открывается, что вам больше нравится. И когда вы делаете то, что вам приятно, то, что вам легко, и то, что вам нравится, значит, вы открываете, развиваете в себе Творца, потому что вы открываете свои природные способности, которые потом помогают решать вопросы, которые до этого момента не решались. Поэтому, пожалуйста, сейчас по полминутки поищите те движения, которые вам нравится повторять. Кому-то нравится вот так делать, 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 кому-то нравится вот так делать. Вспомните, если вы побудете ребенком 5 минут в день, будучи взрослым, повторяюсь, соединяется там ваш опыт и ум с детской естественностью. И у вас открываются такие способности, о которых вы даже вчера не подозревали. Поделайте. Это курс оздоровления, это целебный курс восстановления, это улучшение сна, это получение заряда новой энергии, тонуса, сил, вместо всякого кофе и других допингирующих средств. Это допинг без допинга. И снотворное без таблеток. Давайте, попробуйте. До встречи, друзья.